Всем привет, мне пришла очередная посылка из Китая. Если честно, я даже сам не знаю, что в ней находится. Коробочка такая вот достаточно внушительная, вместительная. Вот могу сказать, что некоторые вещи мы договаривались о том, что мне пришлют на обзор. Например, это было две камеры и аксессуары к ним. То есть Xiaomi, Xiaomi и Amcov. Это мне прислали по моей просьбе. Я как бы сам это выбирал. Аксессуары выбирал сам, и я ожидал, что они приедут. А вот когда мне проехала вот этот вот осветитель для колеса, такая клевая штуковина, я не закончил еще монтаж, но, блин, она реально клевая. Вот, узнаете из выпуска. Я очень сильно удивился. Ну, как прислали, ладно, хрен с ним, не бомба, и хорошо. Ну, мне хотя бы ее ссылочку скидывали, я знал, что мне эту штуку, ну, могут прислать. Ну, или обговорим, что я должен за нее и так далее. А тут такая ситуация, что мне звонят из фирмы доставщика и говорят, что вам посылка, как бы принимайте. Судя по отправщику, это та же самая фирма, то есть это с Гербеста все пришло, но вот что здесь, в душе не представляю, честное слово. А выглядит это крайне внушительно. Офигеть. Я не знаю, что это. А, нет, знаю. Это фонарик. Я его видел на их канале. Такая вот сумочка. Кейс жесткий с ручкой на молнии. Вот. И там должен быть клевый фонарик для велосипеда, который я где-то видел, обзор на него встречал у кого-то. Даже, по-моему, на самом канале Гербеста. Да, да, это он. И, блин, неожиданно, если честно. Вот совсем не ждал, что мне это пришлют. Так что вот такая вот фара внушительная, аккумулятор, крепление, зарядник и проводки с аксессуарами. В ближайшее время ждите на канале тест. Потому что, блин, мне самому интересно, насколько лучше дорогая фара работает, чем дешевая фара. По-моему, это будет интересно всем. Тесты начинаются. Я Алексей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, поделитесь информацией, если вы уже пользуетесь таким фонариком. На что мне обратить при тестах внимание? Bye!